Бұл допты 7 жасар баладан 7 жасар қарияға дейін қолауға тұрсады. Бірі салауатты өмір салқын сақтауға тұрса, өзгесі кәсіби футболшы болуды арман еді. Бүгінде біз дәл осы Аладопты кәсіби тұрғыда қуалап жүрген Роналду мен Мессидің ізбасарлары жайында әңгіме қозғамақпыз. Нақтырақ айтатын болсақ, бірінші лига жайында әңгіме болады. Пікірталасты бастамасы алдын, бүгін біздің студияға келіп отырған қонақтарымызбен таныстыратын болсақ. Сонымен менің оң жағымда отырған қорғап жүрген Мақтарал командасының басшысы Мейіржан Есенмараев және де оңтүстік Қазақстан облысының намысын бірінші лигада қорғап жүрген Қыран футбол командасының спорттық директоры Евгений Шкарин. Кеңес Исмаилов. Бұл азамат Южный Қазақстан газетінің бас редакторының орынбасары, тілші және де баршамызға мәлім жанкүйер. Солай емес пе, Кеңес аға? Дұрыс. Ал менің сол жағымда отырған азаматтарға келетін болсақ, оңтүстік Қазақстан облыстық футбол мектебінің бас жаттықтырушысы Олег Сабиров. Сондай-ақ қалалық нөмір 7-ші футбол мектебінің басшысы Нұрлан Орынбаев. Жанарыс Егесенов. Бұл азамат қалалық шағын футболдан қалалық лиганың бірнеше турнир ұйымдастырып жүрген азаматтардың бірі. Пікірталасқа қош келіпсіздер. Бүгінгі тақырыпты білетін болсақ, бастысы бірінші лига командалар арасында қандай мәселелер болып жатыр және де біздің құрамалардың алдында қандай жоспар болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, оңтүстік намысын жаңа ғана айтып өткенде екі команда қорғайды. Оның бірі Мақтарал, екіншісі Қыран футбол командалары. Бірі 7-ші орында болса, екіншісі 8-ші орында. Ал басты жоспар не? Медаль ма? Әлде өзге мақсат бар ма? Мейіржан, сіздердің мақсаттарыңыз не? Мақтарал ауданына жалпы бірінші лигада команда жүрсіп қажет? Негізі Мақтарал футбол командасының құрылғанына бүгінгі жылы 5-ші жыл болып жатыр. Әрине 2013 жылдан бері бірінші лигада өнер көрсетіп жүрген команда. Енді команданың мақсаты міндетті түрде былтырғы 2015 жылғы маусымда айтатын болсақ 8-ші орын болса, енді биыл жылы одан да үлкен нәтижелер көрсетеміз деген ойдан тұр. Өйткені ол туралы біздің аудан басшымыз нақты өзінің жоспарын берді. Сол жоспар бойынша біз қазір жұмыс атқарып, сол мақсатқа жетеміз деген жұмыстар атқарып жатырмыз. Евгений Иванович, вы серебряный призер. Да? Значит, позапрошлого года. Позапрошлого года. Да. Значит, уже знаете вкус победы. А у вас какая цель? Медали? У нас никогда не было такой цели, чтобы завоевать медали. Но, конечно, как у каждого спортсмена, хочется выступить получше и занять более высокое место. Но, в принципе, то, что сотрудничество определено с командой Ордабасы, и то, что ставит задачи руководства области, это подготовка футболистов, в первую очередь, для Ордабасы. Поэтому мы как бы видим в том, чтобы сохранить тех людей, которые приходят к нам из спортивных школ, из футбольных центров, которые не нашли места в клубе в Ордабасы, дать им возможность раскрыться, дать им возможность поиграть на более высоком уровне. И если они что-то из себя представляют, чтобы на них обратили внимание опять функционеры и нашего клуба Ордабасы, и, может быть, других команд, чтобы те деньги, которые на них затрачены, они не, как бы не были впустую. Ну, естественно, хотелось бы выступать не просто, чтобы готовить игроков. Можно подготовить одного игрока и быть на последнем месте. Можно никого не подготовить и занять второе место. Поэтому и болельщики приходят не за то, что мы вот готовим, и они смотрят, как специалисты, есть игроки или нет. Они смотрят, хотят результат, что эта команда представляет область. Нужно достойно выступать и нужно защищать часть области. Поэтому здесь задача не ограничиться только одним каким-то условием. Евгений Иванович, вот вы, например, ваша команда «Пран», да, насколько поставленные задачи выполняют? В прошлом сезоне сколько ребят вы отдали, допустим, хотя бы в дубль? Вопрос интересный в том плане, что мы затрагивали, например, вот прошлый был у нас беседа, когда мы говорили о том, что мы готовим ежегодно. Готовить одно, а вот передавать... Совершенно верно. Да. И мы готовим и передаем.
Но начиная еще со времен Пасулька и последующих там тренеров, которые приходят, у каждого тренера свое видение. В этом году 3 человека мы передали, 4 человека даже передали. Для того, чтобы их посмотрели, и по нашему как бы понятию, ну если 2 игрока входят в число лучших футболистов первой лиги дважды за 2 года, то это, наверное, говорит о том, что у них какой-то потенциал есть. И поэтому мы как бы с уверенностью даем этого игрока, посмотрите, пожалуйста, вот он что-то собой представляет. Ну, тренер смотрит по-своему премьер-лиги, и ему не нравится эта манера его игры, или там не нравится его рост, вес, там какие-то другие параметры, игроки возвращаются. Поэтому получается, что мы как бы выполняем свою задачу, что мы даем кандидатов, но пройдут они в команду или не пройдут, это уже зависит не от нас. Кеңес аға, осы тұста сіздің пікіріңізді білгім келіп тұр. Өткенде Ордабасы футбол командасына осы тақырыпты көтердік, да? Жастар ойнасын, өзіміздің балдар ойнасын деген сияқты. Қалай ойлайсыз, не себепті әлі күнге дейін біздің осы жас балдар ойнамай жүр деп? Бұл бірінші лиганың проблемасы ма, әлде жасөспірімдерді тәрбиелеп жатқан футбол мектебінің проблемасы ма? Біз енді мына футболдың ішінде жүрген жоқпыз ғой, біз сыртынан қарап жүрген адамдармыз да, жанкүйерлер. Сыртынан қарап жүрген адамбыз, әлемде ең көп интрига болады мысалы, бұл театр. Театрда жаңағы приманың роліне, анандай рольдерге талас, қырылыс. Менің түсінігім бойынша футбол сондай театр. Мысалға ойнады уақытында Алек мысалға командада, ол өзінің бір рольдерін ойнады ол жерде. А оған конкурент келген кезде театрдағы да интригалар жүреді. Сосын бұндай жақта жүйе болса, жүйенің басында бір адам тұрса, сол адам мәселені шешсе, бұл басқаша. А егерде әр тренер өзінің іздегенін қуып кетсе, осындай жағдайлар болады. Егерде мысалға Ордабасының президентіне сондай мақсат қойса, сен жылына Қырам мен Мақтаралдан кемінде 3 адамнан алу міндеттісің десе, тренер амал жоқ, алады ол адам. Сапасыной скамейка отырғызып қоя ма, жоқ, дубльді ұстап отыра ма, ол енді оның мәселесі. Ал бірақ бұл жүйе болғаннан кейін үстіндегі адам шешім қабылдау керек. Ал егер де Ордабасының бас тренеріне мүмкіндікті беріп қойса, алсаң аласың, алмасаң алмайсың. Ол болса да... Міндеттеу керек дейсіз ғой, сонда? Конечно. Міндеттеу керек. Конечно. А так у нас получится, например, чтобы обязывали, чтобы брали лучших из этих команд. Вот те, понимаете? Которые, например, вот, допустим, вот Мурат Конал, да, он хорошо сыграл в прошлом сезоне, но он уехал домой. Вот что он нам принес вообще? Он, зачем у нас играл 3 сезона, если обиженный уехал к себе домой? Ну вот, посмотрите, вот мы специалисты вот здесь сидим, все люди, которые играли, поиграли. Мурат Конал ничем не хуже выглядел тех футболистов, которые играли в средней зоне нашей команды Ордабасы. Ничем не хуже. Ну, то есть, единственная проблема была в том, что ему нужно было оформить гражданство Казахстана, как этническому казаху. Это понятно, но он-то все равно, его не взяли в Ордабасы. Совершенно верно. Но он же не получил той поддержки. Он ждал, когда ему скажут, что мы тебя берем, приглашаем, нужно делать паспорт. А поскольку у него даже не было приглашения и не было вообще с ним разговора, что ты нас устраиваешь, что ты будешь играть, и мы рады, что ты придешь в команду, он психологически сказал, для чего тогда я здесь? Я приехал играть в хорошей команде, и я стараюсь, и я забиваю, я бомбардир зоны первой лиги, и на меня не обращают внимания. Для чего до меня переделать паспорт, когда я могу играть в более высоком государстве? По уровню футбола. Я вернусь в Голландию, буду там играть. Рики, кем здесь вкусно? Мне кажется, все-таки, что вот уровень Унала, я не сказал бы, что он такой был высок. Я просто с своей точки зрения говорю. Не, я ни в коем случае не навязываю вам мнение свое. Игрок посредственно, скажем так. Ну, не сильно. Мне, например, больше импонировал тот же Жумаханов, скажем. В принципе, они играли позиции где-то под нападающим. Да, голова светлого парня, может поздать. Но физически он не тянет для команды Суперлиги, во-первых, физические кондиции не подходят, рост не подходит. Я согласен, но футбол идет, меняется. Вот мы сейчас до передачи вот, с Кенеке говорили, вот сидели здесь о том, что футбол растет, какой был раньше. Сейчас упор большой делает, но в первую очередь на ростовые качества, то есть на высокий рост. Поэтому
Смотрите, у вас же тоже в команде там с Узбекистана игроки были, помните? Были, да. Вот были. Они что принесли? Они чем хороши были? Ладно, Онал у нас не подошел. Да, у нас на тот момент у нас не было выбора. Выбор был потому, что только наши участники были, и мы взяли двоих с Узбекистана. Один из них после первого круга, а второй. Кстати, вот второй, который был, он сейчас попал в национальную олимпийскую сборную Узбекистана играть. Ну что такого года? Но для нашего футбола, для южно-казахстанского футбола, что они принесли? Чем они нам помогли? Вот тот же Онал, чем он нам помог? На тот момент, я думаю, что вот именно по нашей школе, по нашей команде, они особо ничем не помогли. Зачем тогда не нужны? Ну, не было выбора, Сабина, у нас не было футболиста, которому нужен был нападающий, забивной. Вот мы просто нужны. Вопрос, мне кажется, да, былай, да, біз қайтадан жаңа басып мәселеге келуіміз керек, да. Өткен хабарда айтқанда, не үшін деген. Бұның бәрін не үшін жасалып атыр. Жүйе бар, мақсат қою керек. Негізгі мақсат жергілікті балдарды кәсіби футболға тарту. Вот, мысалға, театральный училище бар, да, олар театрға кәсіби артистерді дайындайды. Футболистер сол кәсіби артистер. Олар келеді ертеңгі күні өздерінің кәсібімен нанын пақасын тауып отырады. Енді қараңыз. Қатып қалған ешнәрсе жоқ дейді. Әр мектептің өзінің традициялары болады, дәстүрлері болады. Мысалға, Голландияның футболын алсаңыз, Голландияда жаңа сіз айтқан бойға, физикасына қарайды, немістің футболында сондай. Ал мысалға, Барселонаның мектебін алсаңыз, Барселонаның негізінде мектебінде жаңағы Инеста сияқты, Месси сияқты, Педро сияқты, енді гиганттар емес қой бәрі. Вот сол үшін Шымкенттің футболында ол анау скандинав елдерінің талаптарына құбылудың қажеті жоқ сияқты. Бізде ешқашан 2 метрлік футболистер қазақтың ішінен табу ол... Кеңес ағай, мүмкін онда жаңағыдай бізде осы спорт мектептерінде даярлық кезінде бір қиындықтар болады. Анау тренерлеріміздің өзінің жаңағы дәстүрі болу керек. Біз техникаға, скорсқа дегенде көңіл бөлуіміз керек. Ал тренерлерге сондай талап қою керек. Айналайындар, сендер мынау созақтан не жоқ, отырардан келген қара домалақты бойын кішкентай деп алмай қоймаңдар. Ертеңгі одан Месси шығатын шығар. Здесь дело в том, что нам нужно создать единую систему. У нас создается академия, у нас создался центр. По большому счету, у нас уже есть ДЮСШ, ОСДЮШОР, у нас все это уже есть. Зачем мы создаем то же самое? Почему мы не создадим, к примеру, этап выхода детей, например, с ОСДЮШОР, до этапа, например, первой лиги? То есть вы согласны с тем, что сейчас, которого детей готовите, они не подходят в первую лигу? Нет. Раз у них там провал где-то. Я не согласен. Можно я скажу на этот вопрос? Олег, вот мы, в принципе, вот две школы, я вот хочу сейчас сказать публично, что вот все чемпионаты, которые проводят министерство, агентство, 4 чемпионата земные. Вот, все практически мы выигрываем, да. Но тем не менее, вот вы правильный вопрос задаете, что наши футболисты чуть не выходят. Потому что я вот говорю, коллеги сидят мои, я вот прямо говорю, они им не доверяют. Они мне доверяют, они их не берут. Вот, например, вот сидят вот, руководство клуба. Например, 94-й год это лимитчики первой лиги. У нас мальчиков нету. У нас есть свои мальчики. Я помимо того, что выпускаем этих учеников, я еще стараюсь помочь трудоустроиться в будущем. Я везде прошу. Ни одна область, вот я по всем командам, которые есть в Германии, вот я всех просил взять наших малышей, мальчиков, 94-го, у которых за спиной уже по 3 года, по 4 года играют в первой лиге. Да, они на премьер-лиге не тянут, но никто их не приведет. Они все мотивируют тем, что нужны местные игроки, лимитчики должны быть местные. Но у нас, к сожалению, это не так. Евгений Иванович, где? Шыны керек, қазір бізде мақтаралдық өзінің тұрмалары, бізде клубтың мақсаты, жаңа популяризация футбол дейді, сол мақсатты дамыту мақсатты. Ал енді бізде өзіміздің жастарымыз, енді біз енді бөлмейміз, ол оңтүстіктің жасы, ол Алматының жасы деп, бізде енді команданың 11 адам, команда бір адамнан құралмайды, сол себепті 11 адамның барлығы бір деңгейде болса деген мақсатты. Сол себептен бізде жаңағы Нұреке айтып отыр ғой, біздің жігіттерді, бізде бар жаңағы Нұрекенің школасынан шыққан, мектебінен шыққан балдар, жаңағы Олег Сабиновтың тоже школасынан шыққан, мектебінен шыққан балдар бар. Неге бізде, біз оларды шақырамыз, енді бізде команданың құрамы 25 адам, 30 адам болады. Енді барлық ол оңтүстіктің жастарын командаға шақыру енді ол... У нас не так много театров. Ну, образно скажем, команд, футбольных команд, как театр, да?
Если мы будем выпускать из консерватории по 200, по 300 человек, они все в театры эти не смогут устроиться. Поэтому выход здесь только один – увеличивать количество команд. Скажем, вот профессиональная лига где-нибудь в Англии или в Германии, там разговор идет на сотни команд. Мы говорим пока всего лишь о трех командах на такой огромный регион, как Южно-Казахстанская область. Одна большая команда и две маленькие команды. Все, этим ограничено. Нельзя впихнуть непихуемое. Поэтому, если ребята не попадают в команду, они должны конкурировать. В этом суть этого. Они должны показать, что они лучшие, чтобы Мейржан и Евгений Иванович захотели взять себя. Это во-первых. Во-вторых, у нас все команды бюджетные. Они, по большому счету, подчиняются одному человеку, Акиму области. Правильно? Что КРАН, что запретит, например, из бюджета деньги выделять Мактаральскому району, закроет команду. Не будет таким области, а района из своего кармана эту команду содержать. Это же народные деньги, бюджетные. И поэтому здесь должно все работать на одну вот верховую команду. Это тоже бюджетные школы. Это тоже бюджетные школы. И когда мы это планируем, мы должны, и не надо удивляться, что у него, например, всего 6 человек или 12 заканчивают. Значит, остались лучшие, которые действительно эту стезю для себя выбрали. Лучшие остались. Но здесь один нюанс. Мы можем силовым методом, решением каким-нибудь, запретить командам первой лиги, например, брать легионеров. Это можно решить. На те зарплаты, которые у них есть, хороший легионер не приедет. Ну что там, это, в Ордабасы хорошего легионера на такие зарплаты не можем вытянуть. Кто приедет в Мактарал играть легионер? Вот в прошлом году, допустим, приехал Трайкович. Вот зачем его пригласили? Біріншіден енді жаңа легионер деп, конечно, ол міндетті түрде легионер командаға қажеті жоқ деп біз айтамыз. Но бізде қазір 95-ші жылғы 20-19, 21-22 жасар балалар бар. Олар енді жаңағы алдында үлкен мақсат тұр. Ал олар енді өздігінен өспейді. Міндетті түрде қасында осындай үлкен жаңағы ветеран дейді ғой, енді үлкен возрастта жаңағы опыт бар, жаңағы премьер-лигада өнер көрсеткен, евролигада өнер көрсеткен. Ондай ойыншылар болатын болса, менің ойымша жаңағы 19-18 жасар балдар тез өсіп кетеді деп ойлаймын. Сондай мақсаттар. Мен ойлаймын, Трайковичтің айлығы аз болмаған шығар Мақтаралды. Трайковичтің айлығына өзіміздің мына Ордабасыда, баяғыда осы Қайратта, бас Қазақстанның үлкен командаларында ойнаған бүгінгі Қазақстанның футболистері ойнар еді. Мысалыға да, осы Ордабасының составына өтпей жүрген қанша балдар бар бізде. Ол басқа облыстарда саналып жүрген. Трайковичтің айлығын төлесеңіздер олар да келер еді. Мәселе даже ондай емес. Мен айтып отырмын ғой. Негізгі мәселе ол өзіміздің балдарымызды өсіру үшін. Ол Трайкович, мен гарантия беремін, біздің өзіміздің Қазақстаннан шыққан 3-4 баланың орнын алып отырды бір өзі. Өсу үшін. Ол 21-22 жасқа өсіп келмеген бала, ол футболист болады болмайтыны ол екіталай. Ван Перси 28-сінде карьерасын бітіріп отыр. Ол болар бала басынан дейді ғой, жасынан дейді. Егер де ол 21-22 жасында өзін мықты футболист ретінде көрсетпаса, мен енді маман емес, бірақ менің өзім ойым сондай да, ол 21-22-де ол футболист бола алмаған бала, ол сол бірінші лигадан өсіп аспайды ешқашан. Бір жағынан мен кеңес айта кетсем, енді мысалға сіз айтып отырсыз, енді Трайкович көлемінде мысалға бір ойыншылар болса, біз өзімізде бар. Міндетті түрде мен ол шетелден шақыру мақсат емес бізге ойыншыны. Бізде егер де дәл сондай деңгейде ойыншы болатын болса, біз егер де жаңағы Трайкович пен жаңа біздің өзіміздің ветеран футбол дейді, сондай шақыратын болсақ, екеуінің айлығы мен сізге айтайын. Соны сұрап отырмын ғой. Ал біздің өзіміздің жаңағы үлкен азаматымыз, ол екі есе көп жаңағы легионер. Демек Трайкович кішкентай айлыққа келді ғой сізге. Трайковичке прямо Атакенттің ортасынан ескерткіш қойып қойыңдар. Міндетті түрде оның үстіне мен айтамын, сіздердің мақсаттарыңыз жаңағы сол жерде футбол жаңағы жанкүйерлерін шақырып, сол жерде футбол дамыту емес пе? Менің айтайын деп отырғаным, осы Мақтарал ауданында Қыранға қарағанда 3000-ға дейін жанкүйер жиналады. Яғни басты мақсат орындалып жатыр ғой. Негізі біздің мақсат қазіргі мынау ауыл жастарын, ауыл азаматтарын осындай керемет мереке сыйлауға, футбол жаңағы футболға келген кезде де әрине мысалға бір шетелден бір ойыншы келетін болса Ордабасыға, біз барлығын сол жерге барып ол осындай ойыншы келіпті деп қызығамыз. Сол сияқты мысалы Мақтаралға Трайкович келді, мысалға ол болельщиктер жаңағы жанкүйерлер мысалға бір
мың болельщик жанкүйер келетін болса, қазіргі таңда мысалға 1,5-2,000 жылдан жылға бізге. Дегенмен мәселе бағасында ғой. Жергілікті балалар Мақтаарал жаңағы жанкүйерлер келсін, оның барлығы жақсы қуантарлық жайдан. Бірақ Мақтааралдың өзінен жергілікті балалар Премьер-лигаға шығуға армандайтын шығар. Аудандық турнир бар ма? Қазіргі таңда дейін бар ма? Енді мен қысқаша айтайын дейін, Мақтаарал ауданында 128 мектеп бар. 128 мектептің екі лигаға бөлінетін өзінің чемпионаты бар. 24 ауыл округі бар. 24 ауыл округінің өзінің жоғарғы лига және төмен бірінші лига деген өзінің чемпионаты бар. Енді мен басқа аудандарды білмеймін, бірақ Мақтаарал ауданында и осындай жаңағы оқушылар арасында, жаңағы ауылдар арасында өзінің чемпионаты бар. Сол себептен бізде футбол даму жағынан. А мектеп, футбол мектебі бар ма ауданда? Ауданда футбол мектебі бар. Үш мектеп бар, спорт мектеп бар, оның ішінде футбол секциясы бар, үш мектепте. Одан кейін облыстық мектептің несі бар, секциясы бар. Біздің футбол клубының жаңағы группада тоқтық. Я хочу сказать, да, вот из футбол, детский футбол изнутри, никто из вас, наверное, точно не будет, что Олег, что я, вот я уже 8 год руковожу городскую школу, я скажу, что никто лучше не знает детей, во всяком случае, вот, которые сейчас обучаются. Те же талантливые юноши, которые есть в Лицее, и в Туркестане, Барн Глобус, Экинике, всех собирают в интернат. Есть селекционная работа, есть отбор, здоровый отбор, хочу отметить, в интернате. Здоровый отбор, где отбирается 25 человек, ведется эта селекция, и лучше играют они. Потом они передаются в академию лучшие, ордобасы, или вот, которые сейчас забрали в академию, которые испанцы. Я ничьих достоинств не умаляю. Я просто, вот тема затронута о детском футболе, о нашей первой лиге. Нужны ли наша молодежь? Мы для чего ее воспитываем? Чтобы они играли в эти команды. Просто хорошо, вот я не то, что я вот хочу своих воспитанников там протолкнуть в эту команду. Нет, футбол по блату не играет, по знакомству. Просто хочу вам пример привести. Тот же Исламхан, пожалуйста. Почему ему не доверили? Да ему доверяли. Ему и Пайперс доверял. Парень же раскрылся. А я вам скажу, он в середине 93-х годов, когда был весь чемпионат, у нас был состав команды в школе, он не попадал в тот состав футбола, например. Тот же Моторик. 92-го года матч. Бачу. Байтана. 17-18 лет, я извиняюсь. Доверяли? Они играли в основном составе. Вот сейчас посмотрите, 93-й год, 6 человек, по-моему, в Таразе, которые попали в сборную, по-моему, они играют. Нужно, мне кажется, нужно доверие. Вот наш, вот сейчас убрали лимит, к сожалению, премьер-лиги, тем более не будет играть. Вот Тунга Шпай, мальчик играл в первой лиге в команде, доверили мальчику, взяли в команду, лимит, он поехал. Может, он, по-моему, бомбардир, да, премьер-лиги? Да. Тунга Шпай, 95-го года мальчик. Полузащита. Я вот сейчас говорю, вот просто не хочу никого огорчать, я за то, чтобы вы брали наших местных мальчиков. Хоть во всяком случае, лимитчиков, они должны играть. Им негде играть, им негде раскрываться, потому что момент подходит. Нет, здесь решение нужно, Нереке. Да, не уговоришь, нужно принимать решение. Хотелось бы у вас спросить, решение не будет. Доверия. Можно я докончу мысль? Иван, вы сами, Кенеге, вы все помните, строили пирамиду. Будет нас бывшего Акима, но не буду называть. Строили пирамиду. Сорви нас забрали, с города забрали, потому что у нас в тот момент была команда. Нас забрали в область с города, с городской пирамиды, перевели туда, что строили одну пирамиду. Пирамида, верхняя пирамида, это была в Ордабасе. Вот Евгений Иванович там очевидец, он все строил. Так если у нас будет взаимоотношения, будет полная такая общая работа, книги, тогда у нас будет что-то. Чего мы говорим? У нас. Я вот правильно скажу, что с Ордабасы, что вот с клубами, просто вот отношения здоровые, вот даже вот Нижан сейчас Серега спросил, где Серега, вот он Утиген, он был у меня замом, сейчас работает спортивный директор. Я вот скажу, да, не интересуется, не нужно, вот Евгений Иванович тоже сидит, понятно, это приоритет главного тренера, он отвечает за результат, у нас вот так поставили, это отвечает главный тренер за результат, он будет брать. Деньги, поэтому я не могу навязать, прийти, Талгату. Вот, Нуреке, о чем мы говорим? Вот Ордабасы, давайте оставим в покое. Ордабасы это другой уровень, визуально. Давай говорим об этих двух командах. Вот для чего создаются вот эти команды? Они бюджетные. Если бы, например, какой-нибудь бизнесмен пришел и в первую лигу свою частную команду включил, пожалуйста, кого хочешь бери, хоть кого принеси. Но если мы с бюджета деньги содержим две команды, мы для чего даже их содержим? Чтобы наши
будущие профессиональные футболисты имели практику. Практика – основа всего футбола. Конечно. Он должен играть. Если он не будет играть, он не станет футболистом. Какой бы талантливый ни был, да. Без практики. Скажите, вот я понимаю все это, то, что как бы наболело у нас. Или, понимаете, когда вот сталкиваешься с такой ситуацией, мы все равно без программы или без задачи, которую нужно выполнить, вот в этом построении пирамиды, мы не сможем сдвинуться с места. По одной причине. Мы готовы, например, с этого сезона запустить только чемпионских футболистов, юношей, 93-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й годы. Вопрос возникает в том, и также Мохтарал. Дальше что? Занимаем последние места, бюджетные деньги. Болельщики говорят, для чего мы деньги тратим. Аким говорит, для чего мне команда Мохтарал и Кыран? И убирали, потому что нет результата. Секунду, я закончу. Я понял. Теперь возникает вопрос. Для того, чтобы команда существовала и готовила игроков Ордабасы, должна существовать какая-то задача, по выполнению которой эти команды, они неприкасаемы. Они выполняют как бы роль кирпичей в этой пирамиде. Они должны быть, они должны готовить. И Ордабасы должны брать ежегодно 3-4 человека, 5 человек из Мохтарала, из Кырана. Эти команды работают только на Ордабас, это другой вариант. А если же мы это не можем как-то совместить, мы сейчас пытаемся все говорим. Сделать это. Вопрос приоритета. Если команде Кыран играет футболист определенного уровня, и тренер Ордабасы хочет взять примерно такого же футболиста, но со стороны, должен четко прописан приоритет. Если примерно два футболиста равного уровня, должен играть свой воспитанник. Вот он приоритет. Для того, чтобы нашего воспитанника выбить из Ордабасы, тот, который приглашенный, он должен быть на голову выше. На голову должен быть выше. Легионер должен быть на голову выше. Да, я про что и говорю, должен. Который со стороны приходит. Евгений Иванович, тут это вопрос такой, да, без футболя, вы все понимаете, без опытных игроков футбола не будет. Евгений Иванович правильно говорит, Ежа правильно говорит. Опытные футболисты должны быть. Но приоритет для молодежи, это должен быть наша молодежь. Ни в коем случае. Это прописано со должно. Стороны, привозить вот тех же лимитчиков. Я вам лимитчикам... на течение дам. По лимитчикам вообще разговоры нет. Прибегать, скажем, вы вот сейчас с Каспи, да, приехал парень, 94-го года к вам, да, и Сатрал. Сатрал. Я не скажу, что это такой футболист, что которого можно было оттуда выдернуть, что у нас таких же нет. У нас таких же футболистов есть. Просто у нас не хотят смотреть тренера, у каждого тренера свое видение. И мы никогда не придем к одному нонсенсу по заключению. Он видит свое, мы как бы мы видим из детей, с маленьких лет ведем этого мальчика. Нам кажется, что он может играть. Ну, к сожалению, скажем, господин Кенжибаев, он по-своему видит футбол. Господин Дина видит по-своему футбол. Но я рад только и вот предлагаю своим коллегам, говорю везде и всюду. Вы сначала сделайте ударение на наших ребят. Посмотрите. Жоқ, Нұреке, мәселен, жаңағы бұл кісілерді айтып жатыр ғой, бізден де талап бар деп, өйткені біз соңғы орында болмауымыз қажет деп. Мүмкін сіздердің балдарыңыз бірінші лигада жаңағы ойнап кетіп, результат жаңағы нәтиже көрсететіндей дәрежеде емес шығар. Мүмкін сіздердің мектептеріңізден кейін бірінші лигаға дейін арада бір категорически не согласен с такой постановкой вопроса Сарбиназ. Вот извините, Нұреке, Сарбиназ. Категорически не согласен. Когда выходит руководство команды и говорит, если мы возьмем своих, мы будем на последнем месте плестись, они заранее капитулируют, значит, это их уровень такой низкий тренеров и так далее. Конечно, легко быть как Маурини, пошел там за 100 миллионов купил, за 50 миллионов здесь купил, команду сделал. Ты из этих пацанов сделай хороших футболистов, вот твой уровень. То есть они заранее страхуются, говорят, вот если я этого не возьму... только что Евгений Иванович про это вот говорил. Это неправильно, вот это Евгений неправильный Иванович, подход. Вот, это категорически не согласен. Значит, вы не правы. Нужно приходить и говорить. Вот, например, вот заканчивают школу, ребята, мое мнение, да, заканчивают. Вот там заканчивают. Проводится большая коллегия и говорится, ребята, вот из этого возраста, вот 10 футболистов нормального такого уровня. Вот тренер, ты хороший тренер, возьми этих 10 человек и сделай, как Ранери из Лестера сделал конфетку, вот из него сделай конфетку. Сможешь, честь тебе и хвала. Не сможешь, освобождай место, придет тренер, который из этих 10 футболистов сделает команду. Все, весь все. Вы согласны, ничего вам? Сложного нет. Вот, все просто. Я вначале сказал. Вопрос возникает в том, что если будут менять только тренера или руководство клубов,
Но команда сохранит свое место в первой лиге, и она будет играть независимо от того, какой она будет заниматься. У нас в первой лиге никто не вылетает, секунду. Ну, как никто не вылетает? Я говорил о том, что просто Аким закроет, не будет финансировать. Это другой раз. Я и говорю, если же вопрос будет поставлен таким образом, что вот дали тебе 10 человек лучше. И 3 года на создание команды. Даже не 3 года, просто вот тебе дали. Если ты не справишься и ты не передашь никого ордабасы, ты не будешь занимать хорошие места, а эти люди не будут у тебя играть, мы меняем руководство клуба, меняем тренеров, но команда сохраняет место в любом случае. Конечно. Она Евгения, выполняет задачу. 7-е место – это хороший результат, и областной Аким доволен? 7-е место – что нам дает? Аким в данном случае никаких претензий не имеет, потому что мы 4 человека передали в ордабасы. 4 человека. Но у нас, я не хочу вот сейчас говорить, потому что нет президента клуба Бондаренко или, допустим, главного тренера там Байситова. По какой причине? Из 4 человек ни один не закрепился. Это то же самое получается, как господин Кумыков привозит Сариева из Талдыкургана, а люди, которым мы передаем, те того же самого возраста, они не проходят. Так же и сейчас такая ситуация складывается. Тогда мы приходим к тому, что для чего тогда мы работаем, если мы просто будем работать и готовить, а потом говорить спасибо, что вы не взяли, пусть они продолжают у нас, ну, тогда для чего работать? Иванович, вот я по этому поводу, извиняюсь, здесь Ардинац, вот именно, ладно, скажем, Валютич, он, человек приехал, и ему дали команду, но в данный момент Кинжибаев, тот же Динаби, даже воспитанники наши, это чеченские люди, они должны же все-таки, почему вот именно, опять же, Юки Булана же взяли, это лимитчик был, поэтому взяли того же Пайбон за игру. А Иванович, а сейчас кто будет играть? Сейчас лимит убрали, премьер-лиги. Вот за счет этих 2 мальчиков, 4 человек, которые ежегодно брали премьер-лигу как лимитчика, мальчики раскрывались, конечно, прибавляют. Вот, ну, Юки, вы в прошлом году какой год выпустили? 97-й. 97-й год. Группа подготовки какой возраст? 97-й. Лимитчики какой год? 96-й. 96-й год. А где этим детям быть 3 года? Вот эти дети где должны быть 3 года? Вот вы, получается, как бы, ну, вы ближе к федерации, да, там, ближе, будем говорить, нашей федерации Южного Казахстана. Может быть, создать на уровне федерации футбола вы с предложением, потому что вы считаете, что дети 97-го года, они реально не готовы, да? Может быть, создать Ю-18, Ю-17 на уровне Казахстана. Получается, у нас создали центры, там выпускается 97-й год. Но они под лимит еще не подходят, но они выпускаются. А где им 2 года быть? Куда им идти? Олег, и этот вопрос сколько федераций? Я говорю, этот вопрос нужно ставить жестко, чтобы были инициаторы, либо хотя бы на уровне города, как бы южно-казахстанской. Вы сами говорите, нам негде их смотреть. Да, если будет считать такая лига, пожалуйста, и дети будут там. И у вас будет больше выбора, и детям будет куда идти. Вот получается, что создали центры, создали академию, забрали с областных школ всех лучших детей, и молодцы. А дальше что? Они приходят к тому же, что... И что они приходят в любительский футбол. Да, они приходят в любительскую лигу. Они приходят к нам. Олег, да, в данном случае я придерживаюсь предложения Генеса. Я согласен, том, это правильно. Нам нужна программа, нам нужна общая задача и цель. Это вернуть южно-казахстанский футбол в лидирующее положение. Для этого что мы должны сделать? Вот это, вот это, вот это, вот это. Ю-17, Ю-19, там, Ю-15, это как вспомогательные. Только местные футболисты в первой лиге, ни одного приезжего, и не, там, допустим, не касаясь вообще легионеров, разговор о них не идет. Это передача в ордабасы, какое-то количество, там, по 20-30% от состава. Ордабасы обязаны принимать не менее 5 человек ежегодно. И вот это, если мы это все это пропишем, тогда можно будет разговор. Я согласен. Евгений Иванович, у нас есть 97-й год. У них есть 97-й год. Есть 2 человека. Мы теперь их будем держать просто потому, что это золотые ребята. Они очень талантливые. Но играть мы им не дадим, потому что 96-й год. А что с ними делать? Вот, ну, окей, у нас потому что им негде играть. Я согласен. Иванович, а посмотрим, о чем же говорим. 2004 год, помните? Дали играть Нургалиеву, Мухтарову, Таджибайлы, Джумаханов. Им дали играть. Где они сейчас? Они все в Суперлиге играют, им просто доверили. Ну, почему бы не доверять? Вот давайте говорить о нашем проекте, о 2-3 школах и о их детях. Куда им идти, если вы не берете? Или вы берете? Вот эту проблему как решить?
чтобы дети не потерялись. И дети, чтобы, вот, Жан, скажите, сколько у вас детей? Да, у нас там любительская лига футбола, у нас, по-моему, вообще 90%. Вот. Да. 10 человек, говорит, в Бразилию уехали, а сами к нам приехали. И они все катают в футзал, большой футбол не играют. Не то, что футзал, вот на этих полях, как агарыз. Зенда, айта кетекен, Мақтарал футбол клубы, біз декабр айынан, желтоқсан айынан бастадық, 95-нен. Біз барлық жастарды көрдік. Біз тек қана жастарға көңіл бөлдік, 20 күн. 20 күн. 20 күннің ішінде бүкіл Шымкенттегі жастардың бәрін көріп шықтық. Өзіміздің Мақтарал жастарынан бөлек, осы Шымкенттегі жастар. Енді мен қазір айтып отырсың, Нұреке, бізге жіберейік сендерге, сендер көрмейсіңдер. Но енді қараңыз, олардың Мақтаралға келгісі болмаса, ол ойлайды, мен Суперлигада ойнаймын деп, ол Суперлиганың командасына ұмтылып жүреді. Сол себептен ол Мақтарал құрамына келді, біз шақырту жасадық. Но енді ол айтады, мен Суперлигада ойнағым келеді, мен келмеймін, сол себептен мен күте тұрамын. Сосын біз енді орнына басқа бір жігіт шақырамыз. Сөйтеміз, олмен дайындаламыз. Соңында біз сол жігітті алып қаламыз. Ал сосын анау жаңағы біз бірінші шақырған жігітіміз Суперлигаға түспей қалады команда. Сөйтті, біз сіздерге келсек бола ма? Біз осындай болсақ бола ма? Біз айтамыз, енді бізде уже команда уже состав жиналып қойды. Біз сені қай жерге алып келеміз? Бізде ол адам бар. А бірақ енді мынау жастар жағына лимитчик жағын айтып отырмын ғой. Бізде шет жақтан ешкім болмайды, міндетті түрде. Өйткені бізде ол оңтүстік футбол ма, бізде өзіміздің Мақтаралда да 300-ден астам халық бар. Ол жерде де бізде өзіміздің өсіп жатқан 99-шы жылғы жастар, 98-шы жастар. Біз міндетті түрде биылғы жылы біз қосып жатырмыз. Сол себептен ол жас балаларды самое главное ойнаса болады ғой, если он будет играть. А то, что они будут зачесть, сейчас заявку можно 35 человек написать, не 40 человек написать. Сейчас разберемся. Суть в том, что опять же проблема наша, что наши дети не играют. Где вы возьмете, заявите, все оплачу. Они играть не будут, согласен? Нет, ну реке, ол, мысалға, қазіргі таңда, егерде, енді, мен бас бапкер емеспін. Де түрде менің өзім, мен оның жұмысына араласпаймын, конечно. Беседа. Иә, беседа. Мен енді өзім ойым бойынша, егерде ол мықты жігіт болатын болса, егерде ол жұлдыз жанып тұратын болса, неге ойнатпасқа? Ойнасын. Я одного не пойму, Евгений Иванович, почему та пирамида, которая у нас же была программа, конкретно прописанная программа, почему она до сих пор не реализована? Вся наша проблема вот в этой пирамиде, почему она не реализовалась? Это вот... не ко мне вопрос. Вы сами понимаете, пирамида Рыки. Выстраивается в нет, области. Нет, пирамида, в этой пирамиде просто не хватает 2 лет. И все. У нас очень талантливый регион, у нас дети такие вот, на них смотришь, они реально, да, мы 9 месяцев, на них смотришь, и ты думаешь... Почему сейчас потеряны? Я думаю, что этот вопрос уже обсуждался, и я знаю точно, что к этой работе приступили областное управление физической культуры и спорта, это как наш координатор и исполнительный орган в области, что такая будет программа сейчас создана, поскольку там касается не только вот взаимоотношений между клубами первой лиги, премьер-лиги, там юношами, вопрос касается и создания инфраструктуры. У нас катастрофически не хватает полей, у нас стадионы пропадают, мы не можем забрать. У нас, может быть, нужно скоординировать и повысить как-то работу, квалификацию тренеров, которые в собственном соку варятся. Вот это все войдет в программу, вот я знаю, что уже приступили. И вот, может быть, как-то с этой, просто наши вот предложения, которые касаются обмена, лимита, вот это привлечение игроков, туда все это войдет. То есть мы спортивные школы футбольные можем успокоить тем, что в будущем их ребята заиграют. Нет, если эта программа. Безусловно, у нас играют это ребята, и сейчас у нас основной 90% это воспитанники областной городской школы. Бүгінгі жаңағы бірінші лига командаларының алға қойған жоспары, бұлардың болашағы жайында болып жатыр, ол негізгі әңгімеміз, иә. Қорытындылай келетін болсақ, қандай қорытындыға келіп отырмыз, кеңес ағай? Ең алдымен бізге жүйе қажет деді. Мен негізінде балаларды қолдау қажет деді. Қорытынды айтқанда Сарбинас былай да мәселе. Бізде жергілікті билік басында отырған әкімдеріміз біздің ауданның әкімі болсын, қаланың әкімі болсын мысалы, олар бір нәрсені түсіну керек. Қырам мен Мақтаралдың алдына ол мынау премьер лигаға шығыңдар деген мақсаттар қойылмау керек. Тіпті. Мына бірінші лигада ойнап жүрген командалардың олар өздерінің алдына қойған бір үлкен мақсаты қадыр дайындау болу керек. Осыны түсінсек біздер, мысалға Мақтарал командасы бірінші лиганың ортасында жүрсін, ортасының асты-үстінде жүрсін, бірақ сол Мақтарал командасының 95% сол Мақтаралдың жігіттері ойнаса, ол үлкен әлеуметтік мәселе шешіледі.
жалақы болады, жұмыс орны болады, семьяларына сұрайды. Сол команда сол жерде жүрсе, әкімге Алладан шапағат еткен, сол балдарға жұмыс тауып берген үшін. 95% Мақтаралдың балдары ойнаса, мен өткендегі ойнадым ғой, бұл командалар біздің балдарымыз сияқты. Ұтылама, ұтама, жанымыз ашиды оларға. Ал бөтен балдар келіп ойнағанда ұтылса да жаның ашымайды, ұтса да жаның ашымайды. Сол үшін мен айтатын мәселем осы. Осы екі команданың алдына қойған мақсатын жаңағы жүйелендіріп, бағыттарын бекітіп беру керек. Сонда тренерден, президенттен, басқа бір жаңағы дөкейлерден еш нәрсе солардың көзқарасы ұрып кетпеу керек. Бұл жерде үлкен әлеуметтік жүйеге жұмыс істейтін командалар болу керек. Ребята есть, и они должны уже в Ардабасах играть давно уже. В этом сезоне вам желаем удачи. Спасибо. Жүлделі орын болмаса да жаңағы жоспарды алға қоямыз деген ойдамыз. Бізге келіп осында ой бөліскендеріңізге сіздерге рахмет дей отырып, біз хабарымызды келесі аптаға дейін осымен аяқтаймыз деген келеді. Келесі де жағымды жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.